культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялась церемония награждения «Студент года Республики Татарстан». Были отмечены талантливые студенты, которые проявили себя в учебе, научной работе, общественной деятельности и спорте. Вариаций множество, от номинации «Староста года» до премии «Медийщик года». В этом году жюри отметило рекордное количество кандидатов, и были отобраны самые успешные из них. Премия поразила своей фееричностью и яркими красками. Организаторы точно передали атмосферу праздника. Гости поддерживали финалистов громкими аплодисментами, а победители искренне радовались успеху. Почетным гостем стал Рустам Миниханов. Он и вручил главную награду. Поздравляю вас с вашим праздником. Ну и 19 лет уже, как мне сказали, мы проводим это мероприятие, определяем самых-самых успешных, самых активных, хотя в этом зале лучшие из лучших. Искренне хотел бы поблагодарить вас за вашу жизненную позицию. Не только вы передовики в учебе, вы волонтеры, вы занимаетесь общественной деятельностью, вы занимаетесь спортом. И, конечно же, вы будущее нашей республики, нашей страны. В этом году республиканская премия «Студент года» проходила в 19-й раз. Всего было подано 466 заявок. От Казанского федерального университета в финал прошли 30 студентов, лучших в своем направлении деятельности. Представители КФУ одержали безоговорочную победу сразу в 8 номинациях. Старостой года стала студентка Института филологии и межкультурной коммуникации Лилия Тагирова, а медийщиком года Ева Батюкова, студентка Института международных отношений. Каждому победителю была вручена почетная грамота, а также ценные призы и гранты для продолжения образования и развития своих проектов. Обладателю гран-при заслуженное поощрение за вклад в развитие республиканского студенчества вручил раис Татарстана Рустам Миниханов. Победителем стала студентка Казанского государственного энергетического университета Гузель Газетдинова. Вместе с этим девушка получила возможность обучения в любом вузе дружественных стран по программе «Алгарыш». Для меня большое счастье жить в Республике Татарстан, в своей любимой республике, развиваться здесь и привносить свой вклад в развитие нашей республики. В первую очередь, конечно же, я очень сильно благодарна раису нашей республики Рустаму Нургалиевичу. Спасибо за то, что вы развиваете республику, вкладываетесь в нас, в молодежь. Благодаря вам мы, молодежь Татарстана, самая везучая, потому что мы живем в такой красивой, комфортной республике, пользуемся ее благами, условиями, развиваемся здесь, и мы, конечно же, очень ценим это и будем делать все ради того, чтобы приумножать наши возможности. Также среди почетных гостей церемонии были министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. От лица нашей альма-матер ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Организатором мероприятия выступило правительство Республики Татарстан. Все представленные номинации являются доказательством того, что важно концентрироваться не только на учебе, но также иметь активную общественную позицию, развиваться разносторонне и, конечно, открывать себе новые грани. Важно помнить, что студент года РТ уже 19 лет объединяет студенчество республики и напоминает, что каждый имеет шанс стать лучше. Нужно лишь не упускать возможности и верить в себя. Кристина Нырова, Валерия Карташова, Рустам Гавасов, Игорь Озеров, Универ Новости.